Ну что, каточка на маньяке? Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Да. Еще и на бледной розе, о божечки. Забавно, что рядом появился фонтанчик. Сомневаюсь, что я кого-то сейчас найду. Очень сомневаюсь. Викер, здорово. Да, они, блин, они плагу могут, наверное, легчайше на этой карте просто по второму этажу контрить. Клёво, а? А там был оффринг на то, что они стартуют все вчетвером? Не. Обоссали весь этот. Ничего, конечно же, не нашли. Блин, мужик, ну серьезно. Ну, не знаю, он уже спрыгнул, да? Зачем я сюда вообще пошел? Просто вот зачем? Зачем я пошел на этот бесполезный корабль с четырьмя сурвами? Не, ну заспавниться вчетвером на корабле без оффринга и такие типа, эй, давай все вычиним. А кто-то слышал ворон? Я не слышал ворон. Втроем завели? А, там разве на троих гейнер? Мне кажется, на четырех, нет. Здрасте. Здорово! Здесь точно двое чинило. Сейчас Фианг с Лизой еще небось. Если бы до этого Лиза прыгала. Че, где? Ага, здорово. Да камон! Заболей ты уже! О, все, наконец-то. Но здесь доска, ну конечно. Еще у нее. Окей. Никого рядом нету, вроде бы. Было бы забавно, если бы был баланс. Флаг сильный герой, да? Такой нормальный вроде. Лол. Чё-то прям по парам ходит. Благо норм дефает генераторы на зеленке. Вот это она делает хорошо. Все остальное благо делает. Не. О, попал. Слушайте, ну у меня вот здесь как раз три генератора. Спан, спасибо! Stand up and fight, 17 месяц. Спасибо большое. Уже 17 сразу. 17. Спасибки, спасибки. Короче, кроме как зеленый генератор, он больше ничего не... Вот честно, на краснухе отыгрывать, ну, unreal просто. Ну, хз. Ну, нормально. Окей, сейчас они мне дали очень хорошие возможности в этой части карты. Где отсюда? Пока что. Не, иди сюда. Еще кто-то чинит здесь, нет? Нет. У ней может быть осколок, поэтому вешать я сейчас не варик пока что. Ладно, мне сейчас повезло, реально, сурвы прям пофейлились тем, что решили восстановиться.
Казалось. Ну ладно, что, надеюсь, никого тут нет. Сейчас мне по жопке прилетит. Ну, хотя бы не осколок, окей. Мне вообще чинят что-то, нет? Фонтанчик, мне показалось, это фенг. Не, никак. Я так пытаюсь артиллерийскими попадать сейчас. Не знаю, насколько это возможно. Ох, как попал по ней хорошо. Чё под хардом? Ничего. Вот там кто-то сидит, чинит. А ну стоять. Мне очень нельзя отдавать сейчас этот генер, поэтому по-хорошему надо фенг повесить. Если я успею. А я очень боюсь, что они прям сейчас вычинивают. Не, окей. Хорошо. Хорошо. Может быть, мое напутствие про Саксом Дик будет неоправданным. В этот раз. А может быть будет, потому что вот я с Pop the Weasel не сломал этот гейнер. К сожалению. Блин, было бы клево, если бы я попал вдруг. Безумец, здравствуй. Ну-ка, да, 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 конечно. Хорош! Угу, все там, кроме, соответственно, раненой... Не... Успею ли я сейчас добежать до туда, пока они все не вычинят втроем опять? Это не знаю. Блин, здесь, конечно, деревьев полно. Ужасная карта для плаги. Не знаю, как я еще вообще выживаю. Ну, кто-то здесь точно был. Где он сидит, я не знаю. Мне бы вот на эти генераторы сейчас... Траппера. Нифига она убежала. Влачуга аж сбежала. Рили. Так кто же здесь все чинит-то, а? О, привет. Слушай, я тебя помню. Я помню, что ты умираешь. И на троих уже дефать генера будет проще. Чё-то не видно знакомо, куда все пропали. Не знаю, допер, не знаю.
Мне сейчас нужно все заражать. А потом искать сурва. Какого-нибудь. Где же они тусуются? Ну, конечно же, у лачуги. Или уже нет. Ща хрен знает. Окей. Ну, вы, конечно, сделали ошибку, что оставили три генера рядом. Да, да, зато как они быстро вычинили первые генеры. Алин, Лидо, спасибо. Красавчик, stand up and fight, 14 месяцев. Кус, хорошего стрима. Тебе Кузба, спасибо, спасибо большое. Давит на стерны, иди к геникам, ага. А, Дэвид. Слушай, да им вообще пофиг на генеры. Не знаю, может быть, они на лодке тусуются. Надо бы ворон слушать почаще. Может, в подвале. Что там делать? Ну, типа, они, окей, они могут спокойно ждать, пока я... у меня краснуха закончится, но... А смысл? Им не поможет, им даже хуже от этого будет. Блин, три сурва. Серьезно, три сурва, ни одного нет на карте, клёво. Может, ключ есть. И чё, ищет люк. Да я сомневаюсь, что они прям в пати играют, поэтому... Ну чё, я так и буду, типа, ходить между этими тремя генерами? А, ничего. Да точно на лодке кто-то тусуется. Еще и донатик мой. Огнивор, здорово, Туч. Здорово. Как дело? А, я Майя. С таким удовольствием смотрю запись CFTS. Ты будешь еще играть в нее? Севс с удовольствием смотришь. Блин, я не знаю, честно, насчет Севс. Конечно, не будут они здесь ничего чинить. Я не знаю насчет Севс, потому что... Мне не с кем в ней играть. У нас нет пати, с которой мы могли бы засесть вот так вот. Пройти фул сюжетку. А там сейчас только сюжетку-то типа и надо пройти. Ну, просто пофанить, поплавать. Стреляться с другими игроками, конечно же. Не, блин, это такой маразм просто. Ну, я хрен знает, что они делают. Я уже сюда убегал. Точно кто-то есть на корабле? А, стоп, какие вороны на корабле? Я тупой. Их не будет, потому что они же уже вычинили. Может, они сейчас по скрестности. Да? Да? Да, я так и думал, что они все там. Вот я, это последнее, что я хотел проверить. Это вот здесь. На самом деле. Все, что... На самом деле я плага еще. Сейчас легко их в этом месте минусовать. Ага, он там кто-то. Ну, а Дэвид, соответственно, не пошел чинить, иначе он бы заразился.
Эндгейм тут не поможет. Ну вот, кстати, да, эндгейм-то тут ни при чем. Здесь просто суровые ничего не хотят делать. Посидели, блин. Ладно, я услышал, что там сур был. Пойдем пробежимся до лачуги. Нашлись, ага. Может быть, наконец-то пошел другой генер чинить? Почти. Эфенг, иди сюда. Да-да, хорошо, Дэдхард. Только она закричала, да? Окей. Вызывает генник на розе, то все вороны... Да-да, я понимаю. Что вороны улетают... Ну, очень хорошие генераторы, конечно. Ну вот прям, ну очень хорошие. Оставили мне. Так, смотрим. Ну как бы рили это им карма за то, что они просто взяли и вычинили все в центре. Втроем. Акцепто! А те ребята, с которыми ты плавал? Они что и как и где? И они снимают все автовес. Да, значит, акцептат Магнер. Да, они стримят все в Сивс, они играют в него. А, просто... График другой, они утром играют все в Сивс, я могу только вечером. Что? Утром днем у меня всегда по плану ДБДшка. Поэтому мне просто некогда с ними играть. Хотя нет вообще варианта следения на корабле. Ну вот этого я не знал, но может быть. Не знаю, я тоже не вижу. Походу, нет. Да не, они ничего же не будут вычинивать. Просто нет. Боже, такая долго... Мы мало того, что... Ну, не, мы не так прям долго искали эту катку, но... Ну, не, вон вороны есть, смотри. Но чтобы потом так долго ее отыгрывать, это, конечно, бред. Ты играешь с чили. Я играю с барбекю чили, и я бы с радостью поюзал его в этой катке. Но у меня не приходит барбекю чили на плагу. Просто не приходят. Я бы всегда на плаге юзал барбекю чили. Мне очень нужен на ней этот перк. Мерзкий сурвят, они нереально мерзкие просто. Надо было двоих класть вон в тот раз. Все. В общем, сурвам штраф за бездействие. Должны быть вороны, но... Нету почему-то. Как ключ от люков работает. Ну, ты находишь люк, открываешь его ключом, все в него могут сбежать. Короче, какую музыку слушать? Я не надоело. Катка. Я не думал, что они окажутся такими беспомощными. Серьезно. Боже, какие же они не очень. Вначале взяли просто все быстро загенрашили, а потом обосрались. Схождение по карте тоже приравнивается к действиям на корточках. Ладно, буду по уголкам просто бегать.
Чекайте, пока я буду убегать на километры, они вычинят, потом откроют ворот, сбегут, и я не получу каплю. Потому что так работает система эмблем, как говно. Я еще люк пока не нашел, они могут у люка теряться оба. Вот люк бы найти сейчас тоже было бы неплохо. Знаешь, почему? Потому что каждый из них хочет получить X2 за побег, и никто не хочет подставляться. Боже, как... Так проще в следующую катку пойти играть. Люди вообще, что ли, не понимают, как ДБД играть нормально. Пошел, сдох, все, иди новую начинай. Может, они просто стрим-снайпят? Все может быть. Ну, я тогда пойду их посмотрю. Ок. Да, конечно, иди смотри, Магниор, ты там... не расстроишься. Там есть ребята, которые стримят. YHK, Рамон с Маритарикор играют постоянно. Donation accepted. Спасибо тебе за 300 рублей. Конечно, если хочется посмотреть игру, иди, можешь посмотреть других стримеров. Я просто знаю, что я не могу. Чиних за них генера, я бы с радостью. Смотрите, го-го, чиним генера. Боже, какие же бесполезные сруи. Устал чинить, да, устал. Играешь такой фэрплейн, короче, там, не слогеймишь их под конец. А они потом тебе такую фигню выдают. Это та же катка, ушел, когда было 3 сурва, да? Они просто... не играют. Сурвы не играют, они прячутся у деревьев где-то, когда я подбегаю. Они вообще ничего не делают. А, вот люк еще. Клево. Когда найду, за фейскемплю последнего просто. Я ливать не буду. Типа, что я, мы сидим, музычку слушаем, с чатиком общаемся. Мари, приветик. Ну, кусок. Ну, может, они, конечно, им надоело, я не знаю. Что они? Или их просто внезапно вместе я нашел? Сейчас я музыку выключу, чтобы не потерять. Попался, ага. Так, давай еще, короче, подбеги к Дэвиду и... инфу мне дай о том, где он. После того, как я тебя хитну. К сожалению, нет. Я отпускать просто так не буду сейчас. Ну что, ты должен у люка сидеть, по идее, братан, да? Сидишь у люка, не? Как это ты у люка не сидишь? Акцепто! Придется все-таки фенг повесить. Чтобы катка не казалась такой. Воу-воу-воу-воу-воу! Донейшн акцептед, Магниор. Спасибо тебе за донат сегодня. 1000 уже задонатил. Спасибо большое.
Блин, реально грустно, на самом деле. Вот, вот, меня все в Сивс расстроило вот что. Если бы этот контент был на релизе, ух, мы бы его настримились. Ух, сколько можно было бы в него наиграть, реально. Но, к сожалению... Я бы ей дал умереть на полу, понимаешь, в чём проблема? Если бы я ей дал умереть на полу, если бы я ее потом как-нибудь случайно потерял, я бы потом Дэвида вообще не нашел. А сейчас он хотя бы в люк может сбежать. Все, погнали музыку. Один совет — отпустить и ударить снова был. Да, чтобы найти последнего, кстати, можно было так сделать. Чисто при помощи последнего перка искать, да? Ну, не пос... ну, последнего, короче, перка плаги. Не... Только вот не говорите, что вы за миллион лет так и не нашли, где находится грёбаный люк. Я просто не могу с этого дерьма. Можно я на камень залезу и буду с него блевать просто? Еще и Дэвида в зеленой куртке искать на этой карте. Это, конечно, просто фиаско. Лучше бы я за ним побежал, а Фенга ставил. И вот сейчас бы коллапс. Я бы закрыл люк и все, и ему бы пришлось бежать к воротам. Вот понимаете, да, для чего теперь нужен этот патч, если кто-то до сих пор не понимал. А что ты просто не закроешь люк, потому что этот патч еще не вышел. Если Тиан прочитает сообщение, то я возьму Нурсу с наедом. Ужас какой, зря прочитал. Песня так подходит прям, you make me wanna die. И вот после этого вообще хочется играть на маньяках? Вообще просто. Я еще раз, пожалуй, прожму вот это вот сейчас. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Вот игра на маньяках в 2019 году просто. Да ладно, всегда такая была на самом деле. Какое днище, боже. У меня суп уже, наверное, остыл. Он снайпит тебя. Он может, да, да. Он может. И специально прячется. Специально, чтобы посмотреть, как стример рейджит. Звук был, как будто спрыгнул с помоста. Все может быть. Да я говорю, как можно найти Дэвида в зеленой куртке на этой карте? Никак. Какое терпение будет больше? На самом деле, я лучше пойду начну новую катку. Уже давно надо было это сделать. Ah!
Вау! Он реально они вдвоем играли у него ключ! Боже, какой ты лох! Я не могу! А, как можно было не найти этот люк? Чего? Чего? Причем Фианг была с картой. Я не знаю. Ну, может, они реально рофлили. Нет, ладно, это не ПТБшка. Ниф. Ниф реал. Они искали. Hey friends. Вау. И это были не друзья даже, они просто встретились вдвоем, увидели, что у одного из них есть ключ, и пошли медленно ползать по карте. Блин. Ох.